Готовы ли школы Мангистау перейти на полное онлайн-обучение, расскажет Динара Нургалиева. Широкополосный интернет и электронные гаджеты – это все, что нужно учащимся для начала новой учебной четверти. 6 апреля все школы Мангистауской области, а их всего 139, переходят на дистанционное обучение. Исключением стало лишь одно учебное заведение – это школа села Акудык Каракиянского района. Потому что в этом населенном пункте отсутствует интернет. И мы по решению местных исполнительных органов, по решению отделов образования, решили проводить там по традиционным режиме, методам. Ну, там всего обучается 26 учеников, и мы с соблюдением всех санитарных норм будем проводить занятия. Всего по Казахстану в четвертой четверти будет более 3300 уроков надо будет подготовить. И они будут передаваться на телеканалах «Ель-Арна» на русском языке и «Балапан» на казахском языке, согласно утвержденному расписанию. Видеоуроками на английском языке делятся и преподаватели Назарбаев интеллектуальной школы. С этого года первые анимационные ролики появились в свободном доступе. Каждый желающий подтянуть знания иностранного языка может воспользоваться сайтом виртуальной школы. Уровень полученных знаний можно проверить, пройдя онлайн-тест, отмечает автор проекта. Создание видеоуроков – процесс трудоемкий. Простым языком донести цель урока сложно. Надо заинтересовать ребенка. На это уходит несколько дней. Но такие занятия сейчас очень популярны у школьников. Итак, более 150 тысяч мангистауских детей будут получать знания в режиме онлайн. Через интернет-ресурсы учителя начнут контролировать посещаемость и выполнение домашнего задания. Школьники и преподаватели, у которых нет собственных компьютеров, будут получать их в своих школах. Сегодня по всему региону около 7 тысяч детей не имеют электронных гаджетов. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Хабар 24, Мангистауская область.